Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. И сегодня мы будем продолжать заносить пчел на зиму в пчельник. Вчера занесли 3 домика самых слабеньких, а сегодня уже где-то минус 6 было ночью. Сейчас, наверное, минус 8. И остальные 7 тоже занесем в пчельник. Вот в этот вот пчельник будем заносить. Убрали все прилетные доски, литки были прикрыты у нас на холода. Так вот все у нас столечко открыто. И сейчас будем снимать вот эти все верхние крышки с домиков, уносить их в другое помещение на хранение на зиму. И в пчельник будем их составлять улья без крышек. Везде лежат утеплительные вот эти подушки сверху ватные, где по 2, где по 3. И пока вот так вот снимем только крышки и занесем их в пчельник, пока ничего убирать не будем. Вот такой вот уже выпал снег. Вот такой вот пчельник. На одну полку ставится 5 ульев. Дальше на вторую. Где-то 4 входит. И здесь тоже еще разберем. Еще 4 или 5 ульев поставится. Такие вот полки. На верхний ряд ставим самые слабенькие семьи. А вот здесь уже получается на втором. Вот этом ряду. То есть где повыше, там температура будет теплее. А где пониже, там похолоднее. Сюда семьи, которые посильнее. Они лучше зимуют здесь. А вот которые послабже, их ставим наверх, вот сюда, вот на эту полку. И никакие пока плашки не убирали, вот эти ватные сверху, как они лежат. 3 штучки их, так они и лежат. Ну, здесь вот так вот сейчас прикрыто, настолько открыт литок. Ну, потом уже дальше будем ориентироваться по погоде. И плашки некоторые... Убирать, наверное, по 2 оставим, чтобы слишком жарко им не было. И вентиляцию им сделаем. Слабые семьи всегда заносим самыми первыми. А те, которые посильнее семьи, они переносят эти вот небольшие заморозки. Но как только вот начинаются такие посильнее заморозки уже, минус 6, минус 8, уже тогда и сильные заносим. Потому что как-то попробовали сильные заносить пораньше. И они немножко так буянили. Все-таки им слишком такая ранняя постановка. Пчельник у нас как-то им не пошла. Крепкие семьи, они вот ждут такого похолодания. И тогда уже их лучше заносить, и они спокойнее себя ведут. Ну, здесь, наверное, вот эти все улья. Там по 8, где по 9 рамок, где по 10. А где слабенькие, там, наверное, по 5, по 6, даже по 4, наверное, есть один улей. Ну, а посильнее вот эти, которые 7, их занесем вот сегодня. И сегодня у нас 25 октября. Ну вот, пошел снежок. Всех пчел занесли. Опустела пасека. Вот такой вот снежок сыплет. Всех пчелок занесли. Вот 4 домика здесь в ряд стоят, здесь 5 домиков в ряд, и здесь 3 наверху. Долго снимать не буду, а то они такие немножко буйные. Сейчас пока успокоятся, все равно их потревожили немножечко, пока несли. Гудят так они по чуть-чуть. Ну все, вот так вот они будут зимовать. Температуру здесь поддерживаем где-то 2 градуса самое большое тепла, а лучше 0. Где-то около 0,1 градус тепла, 0. Ну, когда бывает 2, иногда бывает минус 1. В общем, стараемся вот такую температуру поддерживать. Кто-то, наоборот, любит держать пчел, когда плюс 4, плюс 3.
У нас есть такие знакомые пчеловоды. Вот у нас мы стараемся где-то ноль держать, но все гудят. Пойду отсюда. Ну вот и крышки тоже от улья все посложили. Здесь у нас улики пустые стоят. И вот крышки до весны будут здесь тоже лежать. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.